Говорит и показывает Нью-Йорк. Здравствуйте, друзья! Я нахожусь в заветном месте Нью-Йорка, в Централ-парке в Манхэттене. Тут кормят белочек с рук и катают на лошадиных повозках туристов. Не поверите, когда только что лично сам покормил белочку, ветерок прислал мне однодолларовую купюру. Задул ее под лавочку. Я подумал, что, видимо, парк отблагодарил меня за этот предоставленный обед данной белочке. И вспомнился старый эмигрантский анекдот из 90-х, когда два друга из местечка Моня и Изя решили ехать в эмиграцию именно в США. Ибо в те времена кто-то им рассказал, что якобы в Америке доллары как мусор. Их столько, что можно голыми руками собирать прямо под ногами. И вот они пролетают в Нью-Йорк, сходят с трапа самолета и видят, как ветерок катит прямо под ноги 100-долларовую купюру. Изя радостно нагибается, но Моня хватает его за руку и говорит: «Изя, спокойно пойми, мы уже в Америке, сейчас шаббат, потерпи до вечера. Сразу после исхода шаббата возьмем с тобой пакеты и начнем собирать». Ну что ж, дорогие друзья, я в свою очередь призываю всех вас сделать перерыв в собирании долларов и прочей валюты и вместе со мной провести наши шаббатные посиделки. Буквально несколько минут проведем вместе на посиделках, а потом обязательно продолжим собирать эти самые доллары. Как? Я получил много ваших писем после прошлых посиделок, которые вышли в Объединенных Арабских Эмиратах. Спасибо вам большое за добрые слова и поддержку. За то, что не забывайте подписываться на наш канал. За последнее время активно выросло число подписчиков здесь на YouTube. Я вам за это всем очень благодарен. Многие спрашивают, могут ли они купить билеты на концерты в Израиле непосредственно перед концертом. Друзья, теоретически, конечно же, можно, потому что я не занимаюсь билетной кассой. Этим занимается команда импресарио. Но хочу вас очень попросить не откладывать приобретение билетов в долгий ящик, так как из практики моих былых гастролей в Израиле знаю, что потом будет проблематично купить именно те места и за ту сумму, которые вы планировали. Поэтому очень прошу вас сделать это заранее. Можно в интернет-кассе «Браво», можно у распространителей на местах. Это важно.
Теперь, конечно, как и обещал, расскажу, что именно стало причиной моего непростого путешествия из Москвы в Нью-Йорк. И это нужно прямо сказать, что действительно очень непросто. Но, слава Богу, несмотря на все сложности, мы таки оказались здесь, в Нью-Йорке. Так отвечу на вопрос, почему я оказался в Нью-Йорке. Все очень просто. Маме моего друга исполнилось 90 лет. 20 лет назад, когда мы праздновали 70-летие Полины Семеновны, так зовут маму моего друга, я торжественно пообещал, что далеко заглядывать не будем. Но обещаю, что на ваше 90-летие я обязательно приеду и спою вам ваши любимые песни на идиш. Ну, а обещание, я уверен, надо обязательно выполнять. И что самое главное, Бог подарил нам эту чудесную возможность. Моей мамы уже давно нет в этом мире. Но, как сказал поэт, когда верных друзей в этой жизни находит мужчина, нам становятся мамами матери наших друзей. К этим строкам сложно что-либо добавить. И мне сейчас очень хочется предложить вашему вниманию одну немеркнущую еврейскую песню, которую практически всегда исполняю в своих концертных программах. In der Welt. Айдыше, мама, ой, визбит разефелд, ой, виглик лехун шейн из децарт, вен де мама из дом, ой, вифинцер он тройрик девайн, wenn sie schält sie von uns hoch. Aydische Mama. Riesbayer Wiegele gesessen Tag und Nacht, Verhot Bayer Krankenbett kein Gnitzu gemacht. In schwere Zeiten hat sie doch gehit Eifuna sind, a weggelegt die letzte Keuches vor ihr lieben Kind. Aidische Mame, nicht auch kein Besseres in der Welt. Aidische Mama, oi, wie es bitter als sie fällt. Oi, wie glücklich und schön ist die Zeit, wenn die Mama ist da. Oi, wie finster und treurig die Wand, wenn sie schält sie von uns ab. In Wasser, in Feier, weil sie gelaufen vor ihr Kind. Ihr Leben ist nicht teuer, das Wald gewinnt die größte Sinn. Ei, wie glücklich und recht ist der Mensch, was Gott, als eine schöne Madonna geschenkt von Gott. Aydische Mama,
vos gott, das erscheine Matone, geschenkt von Gott. Unser Altichke, idische Mame, Mame. И Полине Семеновне, и всем-всем мамам желаю прежде всего здоровья и, конечно, радости от детей, внуков и правнуков. И в заключение шабатных посиделок я хочу сказать, что в наших сердцах есть заветное место, и оно всегда, пока мы живы, занято любовью и благодарностью нашим любимым, неповторимым мамам. Шаббат шалом, дорогие друзья! Мира вам и счастья! Лехаим! Поливай, поднимай, то за радость и здоровье. Поднимай, выпивай, пусть над нами светит солнце. Поливай, поднимай, то за радость и здоровье. Поднимай, выпивай, пусть над нами светит солнце. И пусть стучат колеса, и нет у нас вопросов, когда 7:40 мы танцуем и поем. Наш поезд вновь гудком надежды позовет. 7:40 собираемся, 7:40 отправляемся. Пусть, к счастью, поезд жизни нас везет. 7:40 собираемся, 7:40 отправляемся. Пусть, к счастью, поезд жизни нас везет. Пусть, к счастью, поезд жизни нас везет.